Когда я узнал, что надо запустить 2200, у нас было собрано целых 700 штук. Тяжело даются рекорды, блин. Люди горят. Некоторые не приходят домой. Жены, дети, кошки и собаки не видят просто сутками людей. В проекте участвовало, вот в нашем проекте непосредственно 15 человек. Это команда специалистов и тех людей, кто готовил это дело. Сам рекорд, нам еще пришлось пригласить 35 волонтеров и помощников, которые, собственно говоря, расставляли эти дроны и готовили площадку и помогали нам все это дело запустить. Ну, такого никогда не делал никто в компании, не знаю, в общем, сложность. Сложность была именно с тем, чтобы заставить такую массу дронов двигаться, соблюдать все физические лимиты, которые, ну, у нас присутствуют в реальном мире и в дронах. Я думаю, у каждого члена команды есть такая нотка авантюризма, и каждый верит, что следующий проект будет все круче и круче. И действительно, мы никогда не запускали больше 1600 в тот момент, когда пришло время запускать 2200. Мы все верили, что это будет что-то необычное. Я бы хотел отдельно отметить, что на самом деле рекорд — это не работа только нашей команды, вот тех 15 людей, которые непосредственно его готовили, а это работа всей компании целиком. И мы бы не смогли это сделать проект, если бы до этого наши ребята не разработали автопилот, не придумали конструкцию, не провели кучу-кучу испытаний, не научили все это дело летать сначала в симуляторе, а потом в жизни, не сделали бы много беспилотников, которые некоторые из них и правда разбились ради того, чтобы нам научиться летать. И поэтому вся та красота, все то шоу, которое мы видели, то, которое мы увидим, и то, которое мы запустили, оно это в первую очередь работа большой-большой команды и тех людей, которые создают и придумывают у нас вот эти самые беспилотники. Я считаю, что это вызов для всей команды масштабировать все дальше, потому что есть над чем подумать. Когда есть над чем подумать, это достаточно интересно. Ну, насчет 4000 мы все-таки еще подумаем.